И всем привет, друзья! Вы попали на канал Йоки. Сегодня мы будем снимать видео про то, как выполнить все задания и как развиться с нуля до про. То есть мы выполним задания. Вот я сама одну не выполняла, но вскоре мы выполним на втором аккаунте. Вот так вот получается. Вот, от «Найди меня» до «Дракона». Ну что ж, погнали на твинк. Вжух, и вот мы уже на твинке. Так, ну что ж, давайте начнем. Сначала у нас есть 10 монеток. Давайте откроем 2 боксика. Так, у нас есть тут 3 сохраненки. Давайте открывать боксики по 5. И первый открываем. И что же нам... Ну, что еще можно ожидать от боксика за 5 монет? Еще один. И, ну, понятно, короче. Фух. Давайте. Сейчас построим первоначальный кораблик. И мы начнем зарабатывать нам на джетпак, чтобы выполнить все задания. Блин, нам не повезло, мы умерли. Ну, в принципе, для первоначального кораблика это даже неплохо. Так, мы получили 40 монет, и я забыла вступить в группу, чтобы нам давали в 25% больше монет. И вернусь, когда уже зайду в группу. Так, вот я уже зашла в группу, теперь я участник, и мы получим на 25% больше золота. Так, короче, давайте... Построим себе кораблик, наверное. Но для начала давайте купим себе боксики, чтобы у нас было побольше ресурсов, чтобы его строить. Ну, а как встретимся уже, когда я его построю. Так, смотрите, вот мы построили, ко мне какой-то челик пришел. И давайте мы сохраним наш кораблик и переименуем его как кораблик, чтобы мы не путались. Ой, вот кораблик. Все. И... Что, давайте отплываем и поехали. Так, едем, едем. Так. Где мотор? Я не поняла. А куда мотор продевался? На ту локацию я как раз таки умерла. И, короче, мы получили 80 монет. И нам еще дали ачивку. И кучу сундуков. Так, что же мы будем делать следующее? Ну, в принципе... Я хочу подобывать монет, так как без джетпака мы не сможем выполнить «Найди меня». Поэтому, ну что ж, погнали добывать. Ура! Мы наконец-то накопили 350 баксов, боже мой. И покупаем теперь джетпак. Ура! Все, теперь начинаем квест «Найди меня». Вот. И так, начать. И теперь смотрите, что мы делаем. Одеваем джетпак и просто идем. Надо нам нажимать на блоки. Это еще, кстати, туториал, как развиться с нуля до про. Ну, в принципе, не такой уж и про, но... Да ладно. Вот, нажимаем. Смотрите, следующий у нас вот здесь вот. Показываю вам. Вот, нажимаем. И следующий у нас будет после флажка. И идем. Конечно, без джетпака просто было бы нереально. Я не знаю. Поэтому по-любому нам нужен был бы джетпак. Вот, нажимаем. Давайте на него. Вот. И следующий теперь, смотрите, где он будет. Делаем все, как показано на видео. Смотрите, надо нам, я не знаю, увидите ли вы, но сейчас я попробую курсором мышки показать. Короче, он там возле елочки, вот, он возле елочки, возле водопадика. Так, вон он, беленькое такое что-то, видите? И нам туда надо просто прибежать и все. Thank you.
вот наш последний блок, и мы получаем 25 клея, который нам очень сильно понадобится для выполнения всех заданий. Ресетаемся. Ура! И давайте получаем наши монетки. Всего лишь 10. Так, и начинаем задание облака. И смотрите, что мы делаем. Мы строим вот такую вот конструкцию. Кстати, я ее показывала в видео, там, где мы строили автофарм. Здесь мы тоже такую тактику применяем. Вот, вот так вот на себя, не знаю, хинг какой-то ставим. И смотрите, что мы делаем. Вот, мы добираемся до облака. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, что это такое, о божечки? Что я сделала? Подождите, почему оно так сработало? Где? Что такое? Понятно. Так, вот мы уже строим новую конструкцию. Не знаю, почему она так работает. Наверное, ну, сейчас еще раз попробуем, ничего страшного. А где облако? Да что ж такое? Почему я опять взбесилась? Я не пойму, что такое. Так, поднимаемся вверх. Я не пойму, где облако. А, это, блин, ну что ж такое, а? Оно, наверное, выше, да? А, да, вон оно выше просто. Так, поднимаемся. Да ну... Да что такое, я не пойму. Почему я брейкдансе постоянно? Так, короче, я поняла, что надо делать. Так, давайте еще раз попробуем. Как меня эти уже баги задолбали. Так, еще раз эту конструкцию делаем. Так, поднимаемся. И опять... вон оно. Да ж... Понял, надо забираться и камерой туда-сюда возить, чтобы оно это... Ну, нас не колбасило. Все вот так вот, короче, делаем, как показано на видео. Вот так вот, раз. И нам надо достать до облака. Кстати, говорят, не использовать парящие предметы, а почему-то, точнее, не парящие, а не менее 100 блоков. И, ну, понимаете, оно как-то работает. Так, вот мы выполнили квест облака. Что это такое? И приступаем к заданию мишень. Давайте начинаем. А, надо убрать все блоки. Так, удалить все, да. И вот задание начать, все. И, кстати, тут тоже не использовать парящие блоки, а оно сейчас сработает. Хотя, в принципе, это парящий, как бы, так блок. Ну да ладно. Точнее, можно даже сказать, летающий. Ну, хотя это даже не... Ну, это баг, а не блок. Вот, и вот так вот, смотрите, крутимся, и крутимся, крутимся, чтобы нас не колбасило. Но если у вас такого бага нет, можете не крутиться, как я. Вот, и достаем на мишени. Нам дали две ускорялки, и, если их так можно назвать. И все. И 200 монет, кажется. Теперь начинаем футбол. Квест футбол, его почти... мяч невозможно двигать. Но с помощью вот этого, вот этой фишки его возможно двигать. Я тоже долго думала, как его пройти. Все-таки задумалась. Так, смотрите. Но нам, я думаю, блоков нам не хватит, поэтому давайте купим эпический сундучок. Так. Вот, я думаю, столько нам предметов хватит, поэтому можно больше не покупать. Или же купим, хотя нет, не надо. И, короче, вот, смотрите, строим вот так вот. И для этого нам теперь понадобится масло. Вот для чего мы выполняли квест «Найди меня». И вот это все теперь убираем. И смотрите, что мы дальше делаем. Мы блоки берем и вот такую вот конструкцию делаем. Вот. Кстати, видео я не смотрела, как делать. То есть вот это вот, смотрите. И теперь вот так вот идем и вот так вот. Давайте я ускорю, чтобы вам не было скучно. Yes! Свершилось чудо. И так вот, мы выполнили квест.
Мы выполнили квест футбол. И теперь начинаем квест... Ой, квест Трампа. Ой, и почему я в лаве? Ну ладно, ничего страшного. Давайте теперь... Нам надо забраться на рампу. И делаем то же самое. Прям точно так же, как и с предыдущим заданием. То есть мы используем тот самый баг. Давайте, нам надо сначала, по крайней мере, залезть на него. Так, ну, мы уже почти залезли, так что... И, кстати, мы выполнили сколько? 3 квеста, да? Я не помню, сколько мы выполняли. И у нас уже 925 монет. Это я еще не утверждаю то, что я еще потратила много. Так, теперь смотрите, нам надо столочку ставим, прежде таки. Ой, оно шевелится. Тогда убираем и аккуратненько нам надо встать. Вот. А, так, ставим масло и ставим подшипник. Что это такое? И вот так вот тоже делаем. Если у вас точно такой же баг, как у меня сейчас, то нам надо шевелиться. Ну, крутиться туда-сюда, туда-сюда. Затем-то, блин. Раньше, в принципе, такого бага не было, и все работало хорошо. А теперь почему-то он появился. А чё, я не знаю. Видно, начали фиксить как-то, но не дофиксили, все равно работает. Так, давайте мы залазим, ставим столочку. И хопа. И ставим масло. Не знаю, как это называется. Подшипник. И теперь вот так вот надо нам как-то опуститься. Теперь самое сложное — это опуститься. Это будет очень сложно, к сожалению. Но ничего страшного. Надеюсь. Я поняла! Надо на пропил нажимать, когда тебя, ну, чуть ли не начало колбасить, когда спускаешься. Ну, и немного, да, шевелиться все-таки. А, так. Вот, давай еще чуть-чуть. Давай еще чуть-чуть. И, блин. Давай, пожалуйста. И yes! Ура! Фух, у нас это удалось. Фух. Блин, капец, конечно, какой-то. Очень сложно. И давайте коробка начнем. Точнее, лаки-блок. Задание. А, надо убрать все блоки. Давайте мы уберем. Начать. И смотрите, у меня есть кое-какая тактика. Тоже с этим предметом. Мы прицепим лаки-блок к нашему блоку. Ой. Короче, мы прицепим лаки-блок к нам. Просто используем такую же тактику. Все тактики я продумала сейчас. Ну, конечно. Ну, вот это план. Просто. И теперь мы нажимаем поехать. Все. И вот так вот. О! Нет, блин, тупой шарик, нет, блин, а нет. Она все испортила, ну, боже мой, ну, что ж такое, а? Так, ладно, давайте пока что другой квест начнем. Если у нас там какие-то остались, я просто не помню. Ой, боже, куда мы улетели, Лаки-блок, это все из-за тебя. А, все, наконец-то. Так, угу. Давайте тонкий лед. В принципе, это будет очень легко сделать, так как, ну, тут, конечно, запрещены парящие предметы, но это не считается. Поэтому просто вот такую вот тактику делаем, и все. И просто теперь летим. Просто летим. Давайте я ускорю, чтобы было меньше времени занимало.
И спустя 1000 лет мы наконец-то таки добрались до нашего конца. И сейчас нам должны дать 1000 монет, да, и 100 ледяных блоков. Как вы видите, мой метод сработал, хотя парящие предметы запрещены. Я до сих пор не пойму, почему оно это работает. Но нам же лучше. И вот нам дают монеточки. И нам дали ачивочку. И 1 золотой блок. Так, блин, я не знаю, теперь нам, наверное, придется по-любому выполнять лаки-блок и дракона. Лаки-блок будет сложно, потому что если заспавнится шарик, то вы сами понимаете, что будет. Поэтому у меня сейчас выбор либо дракон, либо лаки-блок. Ну, думаю, лаки-блок, потому что дракон, и думаю, еще сложнее. Потому что я его сама даже не выполнила на своем основном аккаунте. Но потом, когда сниму видео, если у меня получится, то я возьму такую же тактику, какую-то придумаю все-таки. О, нет, он заспавнил шарик. Надеюсь, он, его не будет на раунде. Я на это очень сильно надеюсь. Так, ставим. Фух. Хоть бы повезло. Так. И просто теперь летим. Ну, давайте я опять же таки ускорю. Раньше дали, вот это да. Все, лаки блок. Сколько там за квест нам дали. Так, и как же нам здесь спуститься, либо подниматься, либо спуститься. Ну, в принципе, это же твинк, поэтому я просто показываю, как это. Если вы по желанию захотите этого маска пройти, там до конца. Мы получили 2 сундука синих и 4 крылатых. Так, все. Получилось. О, божечки. И да, смотрите, для дракона нам по-любому придется покупать... По-любому придется покупать набор, короче, с динамитами, с пушками и мечами и пистолетами. По-любому. Если у вас их нет в инвентаре. И давайте тоже купим пушечки. Конечно, смотрите, я сейчас потрачу кучу денег. 800 баксов на 10 пушек. Просто, кстати, их не покупайте, потому что можно обойтись просто набором. Но я зачем-то их купила, в принципе, ну ничего страшного. Лучше купите просто набор, потому что его можно убить пушкой и джетпаком. Вот смотрите. Если кто-то купил пышку, извиняюсь, так как я предупреждала, лучше их не покупать, только я зачем-то купила. Ну, в принципе, это мой твинк аккаунт, поэтому они мне там особо не нужны. Смотрите, просто берем пушку. Ну, набор нам придется все равно покупать. Нажимаем открыть, и на нас нападает дракон. И с помощью этой пушки мы все равно сможем убить дракона, так как пушка ему тоже наносит урон. Честно, я не знала, потому что я раньше реально не знала, как убить дракона, потому что, ну, не знаю, у меня почему-то не получалось. Так, он нас подстрелил. Так, если он забагается, то это будет очень хорошо. Прям очень хорошо.
так как мне просто пух-пух пах-пах и все, и нет туда окошка. Так, ну что ж, давай, не забагайся, потому что я много случаев видел, когда драконы просто быстро багались. Так, ой-ой-ой, ничего себе. Вот, видите, пушка ему урон наносит. Я только что попала, и он покраснел. Знаешь, что ему нанес урон. Так, давай. Куда ты полетел, бездну? Это он, походу, забагался, слушай. Он забагался? Да ну, он забагался. Ура! Ой, стреляет все равно. Ну, ничего страшного. Мы же все равно взлетаем. Только минус то, что у нас в любой момент может кончиться топливо в жетпаке. И мы просто-напросто упадем. Это будет ужасно. Так, вот мы попали по нему. Давай, ну сколько еще там ударов? Я не знаю, сколько у него там КП и сколько ему это ударов, потому что я, честно, я не знаю, как его проходить. Но я как-то попыталась проходить. В принципе, я просто знаю то, что там по нему надо чем-то попасть. Почему я, кстати, попал в ездить. И давай, пожалуйста, мне надо просто по нему попасть. Давай. Ей! 25 пушек и 600 монет. Ура! Все, мы выполнили абсолютно все квесты. Если вам понравилось это видео и оно было полезно, обязательно поставь лайк и подпишись. Ну, а мы заканчиваем наше видео. И всем до скорых встреч. И всем пока-пока.